Близится 14 февраля, день всех влюбленных. По традиции, именно в этот день принято признаваться друг другу в своих чувствах и дарить милые сюрпризы. Впрочем, праздник имеет более глубокое значение. Этот день для нашей съемочной группы – уникальная возможность выяснить у жителей Твери, что они вкладывают в такие понятия, как любовь, взаимоуважение, преданность и семья. Для этого наши корреспонденты задали вопросы молодому поколению, тем, кто еще только начал узнавать, что такое настоящая жизнь. Мы поинтересовались, насколько серьезно молодежь относится к институту семьи, какими видят идеальные семейные отношения и готовы ли парни и девушки брать ответственность за жизнь любимого человека, помогая ему во всем. Центральная улица Твери. Люди разного поколения спешат по своим делам. В этот час по традиции много молодежи. Наша съемочная группа решила выяснить у этой категории жителей областной столицы, как она относится к 14 февраля. А самое главное, понимают ли молодые люди истинную ценность этого праздника. Расскажите, будете отмечать праздник? Вообще, как к нему относитесь? Вот с девушкой будем отмечать. Есть девушка. Да, и надо как-то отметить. Как вообще относитесь вот к таким ценностям, да, семейным, как любовь, семья, верность, уважение? Положительно. Так. Вот новый памятник ставят около ЗАГСа. Мне он очень нравится, эта затея. Готовы вообще в будущем создать семью, обзавестись потом? Да, планирую, как и все нормальные люди, я думаю. Институт семьи, в принципе, держится вся страна, то есть его стоит развивать. Забота о своем партнере – это, ну, еще является одной из важнейших частей отношений. Готовы брать на себя ответственность? Разумеется. И это любому человеку нужно, не обязательно от родственников, от любимого человека. Это всегда нужно, так как мы находимся в обществе, социуме. Любовь – это, вероятно, это очень субъективное для каждого человека чувство. И, наверное, я останусь при своем мнении, которое не буду его озвучивать. Судя по нашему опросу, молодые люди с легкостью готовы делиться своими мыслями о том, как будут отмечать День Святого Валентина. Но на более серьезные темы, например, готовы ли они взять ответственность за любимого человека, говорить захотели немногие. Причин много. Одна из них – страх принимать серьезные решения. Но, к счастью, так думают не все. В эту пятницу в Центральном ЗАГСе расписываются Алексей и Виолетта Веселовы. Как признаются молодожены, познакомились они случайно в интернете. Однако та случайность, кажется, в корне изменила жизнь обоих. Встретились. Все увидели, понял, что девчонка очень хорошая, симпатичная, добрая, позитивная, и сразу влюбился. Посмотрел его глаза и сразу понял, что вот мой человек. Чтобы любимая моя была как за каменной стеной, за мужем. Медиахолдинг «Тверской проспект» подготовили вам целый ряд подарков вместе с партнерами нашими. Для начала цветы, разумеется, невесте в руки. Поздравляем вас. От партнера медиахолдинга «Тверской проспект» ЗАО «Калининская» мы дарим вам подарочный сертификат на продукцию. ЗАО «Калининская» – наш родной поставщик Тверской. Здоровая еда на столе, новая семья. Что может быть еще важнее? Еще один подарок от партнера медиахолдинга «Тверской проспект» – клиника «Фомина». Принимайте подарок от еще одного нашего партнера. На сегодняшний день ЗАО «Калининская» создает широкий ассортимент товаров, которые можно найти на полках тверских магазинов. Вся продукция предприятия – это экологично, натурально, а главное – вкусно. Клиника «Фомина» в Твери – это сеть многопрофильных клиник доказательной медицины. Здесь ведут амбулаторный прием, экспертную диагностику и лечение врачи более чем 30 специализаций. Хирургическое отделение представлено тремя современными операционными, комфортабельным стационаром. Дорогие друзья, от всего сердца хотим поздравить вас с этим знаменательным событием, то, о котором вы будете помнить всю свою жизнь, каждый нюанс, каждую минуту этого дня. Потому что вы определились в этот день, как пройдет ваша жизнь и с каким человеком вы будете делить все не только радости, но и горести. Берегите, уважайте друг друга и, самое важное, разговаривайте друг с другом и делитесь своими достижениями, творческими успехами. Желаем, чтобы в вашей жизни было больше романтики и приключений, интересной и творческой работы. Надеемся, что эти подарки порадуют наших героев сюжета, и они надолго запомнят этот февральский день. Впрочем, самый главный подарок в этой жизни они уже получили – нашли друг друга. Впереди годы, десятилетия, которые семья должна прожить достойно, уважая и помогая друг другу. Молодые люди готовы учиться и перенимать опыт у людей старшего поколения, которые знают, что такое счастливая семья. Об одной из таких пар мы расскажем вам уже совсем скоро.